Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите видеоблог студии «Ветви». Сегодня у нас в студии Тимофей Ушницкий и Владислав Тетерин. Привет. Пожалуйста, расскажите, чем Всем вы занимаетесь привет. Людям, кто не знает. О, ну, мы программисты. Ну, я занимаюсь вообще, в принципе, работой в сфере разработки. В последнее время явно программистом не являюсь, но посвятил свою жизнь программированию. Ну, вот как, свою должность сейчас скажи. Сейчас мне называется должность Developer Relations Specialist. Developer Relations Specialist. Yeah, именно так. Да, в компании CNET. Или в InDriver. Ты в InDriver сейчас, да. И Тима? Я занимаюсь управлением проектами в компании Almas Regenbank. Вот. Ну, как бы всю жизнь тоже занимался в сфере IT. То есть у нас сегодня два представителя эксперта в сфере IT. Тимофей еще по совместительству является моим тренером по джиу-джитсу, пурпурный пояс. Если Джо Роган приводит Эдди Браво в студию, то на этой же роли Тимофей Ушницкий. Наконец-то я сюда попал. Сегодня мы будем в целом говорить про IT, про перспективы, так как это очень популярная тема, и очень многие люди интересуются, как, во-первых, сейчас вообще строится работа айтишников. Ну, расскажите в первую очередь, как на вас повлияла ситуация в этом году, как изменилась работа или вообще никак ничего не почувствовали? Не, у нас прям с марта, когда все началось в России, и только-только здесь начали появляться, сразу же весь офис выгнали. Да, идите домой, пожалуйста. И с тех пор, ну, я в офисе был, по-моему, только два раза буквально там. Заехал один раз документ подписал, второй раз за кроссовками свои. Больше в офисе не бывал. И до сих пор мы сидим все дома. Ну, там немного ребят кто-то вышел, кому обязательно нужно в офисах. А так до сих пор все на домашнем этом и как-то так. У вас как? Так, ну, у нас тоже в марте как началось, получается. Был момент, когда нас всех тоже разогнали с офиса. Все мы разъехались, работали удаленно, но потом вот в конце потихонечку сейчас уже начинаем работать в офисе. Ну, не всем коллективом, но потихонечку уже все в офисе. Перебираемся. Ну, то есть у вас два таких, получается, немножко разных подхода на работе. То есть вас обратно выгнали работать. Обратно собрали, да. Обратно собрали, у вас до сих пор удаленка. Ну и как вообще оцениваете? Что проще, что лучше для вас лично? Я не знаю, у меня сфера работы такая просто специфика. Она построена прямо на плотном общении. Ну, чтобы было понятно, у меня задача это проводить ивенты внутри компании для разрабов, как-то выступать на конференциях, какие-то там спикеров подготавливать. Ну, что-то связанное напрямую с общением с людьми. И на удаленке это стало прям немного ужасно. Во-первых, все конференции отменились, а стали онлайновыми. То есть и все общение у меня стало онлайновым. Это каждый раз нужно в Google Meet создать встречу, написать человеку. Раньше просто зашел в кабинет и поговорил. И стало намного, ну, в этом плане сложнее работать. Думал, поедешь в Глазго, а пошел просто к себе на кухню. Типа того, да. Думал, что там у меня каждый месяц командировка Москва, Питер, то сюда. А потом у меня туалет, ванны. Ну, у нас примерно то же самое, да, происходит. Правда, вот тем, что у нас разработчики, там вот ребята, которые программируют, они тоже сейчас на удаленке сидят. Ну, в принципе, там все работаем также через Discord, через внутренние там программы тоже, как бы переписка. Ну, в принципе, нормально все как бы у нас наладилось. И я думаю, сейчас многие IT-компании вот в связи с пандемией даже как бы обратили на это внимание. Раньше это считалось как бы... Компании не хотели на это идти, мне кажется. А сейчас уже... Все поняли плюсы, недостатки. Ну, как бы больше плюсов, наверное, чем недостатков. Сейчас даже офисы как бы освобождают, вообще прям аренду там перестают платить. Ну, типа, зачем он нужен, если и так все нормально идет? Ну, главное, опять же, это, наверное, главное, это сотрудники компании. Типа, если у них есть какие-то ценности там внутри компании хорошие, все поставлено, то сотрудники, там, разработчики и так далее, они хорошо работают, выполняют свои задачи. Ну, есть такое то, что если культура нет, ну, культуры нет в самой организации, то независимо от этого, там, сотрудники будут... Ну да, неважно, где они будут сидеть, они будут просто сидеть. Да. Согласен. Не выполнять свои. То есть лояльность компании, конечно, очень важна. Кстати, вот такой вопрос. Софт для конференции у вас какой самый любимый и почему? Ну, у нас сейчас используют Discord. Ну, вот, и как бы мне вообще хватает достаточно. Конечно, плохо то, что именно вот... Такого живого общения нет. Но сейчас вот в Дискорде, кстати, обновили. Там можно и видео там делать, как бы стримить, да, конкретно разговаривать там. В принципе,
мы пользуемся в основном Дискордом. У нас еще есть внутренний там, тоже TrueConf называется, допустим, да, там тоже можно видеоконференции устраивать. В принципе, там тоже работа. У нас Google Meet в компании используется, это просто, ну, у нас все на Гугле просто повязано, у нас подписка на G Suite, у нас и почты, и календари, и видеовстречи, вообще все повязано на Google, поэтому у нас G Suite только он. Но я не скажу, что он любимый. Mm-hmm. Ну, тебе что больше нравится? Ну, мне понравился Zoom. Вот, я до этого о нем не слышал, тут поюзал, и прям зашло. Но у него были проблемы с безопасностью, прям очень много об этом. Да, разговоров было. Сейчас вроде бы поправили, стало лучше. А вообще, если конкретно любимый, я вот был на одной онлайн-конфе, и там ребята после конференции устраивали такой, ну, получается, раньше обычно в бар ходили. А тут они онлайн-бар устроили в спатил-чат. Это небольшая такая реклама будет. Это, в общем, ребята из Казахстана замутили чат, в котором, ну, аудио-видео, и я не знаю, это объяснить сложно, это надо попробовать. Суть такая, что, ну, типа, есть комната, и есть ты, есть другие люди, и они могут перемещаться. И чем дальше ты от человека, тем хуже ты его слышишь. Ну, то есть такая иллюзия присутствия. То есть ты ходишь там от компашки к компашке, общаешься, тут поговорил, там поговорил. Прикольно. Ну, и, да, было прикольно, реально. Казахстан алга. Да-да-да. Ну, кстати, по-моему, в каком-то старом виндовсовском еще мессенджере была такая же концепция комнат. То есть там можно было отозвать человека в отдельную комнату, с ним поговорить. Ну, это было просто в виде чата в ту пору. Ну, я могу сказать, что я когда впервые Zoom для конференции использовал, для меня это был шок, потому что последний мой опыт вот каких-то коллективных аудиозвонков, это, естественно, был Skype, это было чудовищно, это была боль, тлен, и невозможно было никого внятно услышать, и то, что сейчас есть возможность технически сделать так, чтобы каждого пользователя было нормально слышно, хотя бы просто, это уже для меня... Для каменного человека огромный шок, огромное свидетельство технического прогресса. Вот. А что вообще вы считаете произойдет с IT-индустрией в ближайшее время? Ну, даже вне контекста коронавируса, а вообще вот что нас ожидает? Такие диванные прогнозы. Ну, такой слишком широкий такой вопрос, да? Что нас ожидает. Я бы хотел уточнить, в каком именно направлении зайти, потому что IT очень такое вот, широкое понятие. Да, я просто объясню. Вот у меня такая позиция, что скоро IT настолько станет повсеместно в каждой сфере использоваться именно в бытовом плане, что уровень цифровой грамотности так или иначе будет значительно выше, чем сейчас. А в быту среди обычных людей, которые конкретно не связаны с профессией. И поэтому мне кажется, что и будут постепенно размываться вот эти границы понятия айтишник, какие-то профессии вот в этой сфере вообще исчезнут, потому что не будет уже в них потребности, как исчезли телефонистки в свое время. Сейчас люди все пользуются телефонами без проблем. То есть я надеюсь, что люди научатся хотя бы вот в базовых каких-то пределах пользоваться софтом, может быть, даже писать скрипты, писать программы и так далее. Ну, потому что, понятно, автоматизация – это, как бы, наверное, самая главная фишка всей работы. И мне кажется, люди скоро к этому придут, они поймут, насколько это удобно. Вот, это вот мое видение. Ну, если вот прям глобально. Ну, на самом-то деле это кажется, что мы еще не пришли к этому, но, например, в том же айфоне есть функция, которая позволяет автоматизировать свой собственный запуск приложения и так далее. И это уже есть, и с очень удобными интерфейсами. То есть это уже сейчас есть. А если про IT в целом говорить, то просто показательный тот момент. По-моему, Безос теперь стал самым богатым человеком в мире, а... Баффет на второе место. Да-да, а в топах там Цукерберг, Илон Маск, ну и вот эта компания, да, которая вокруг IT крутится. То есть нефть и прочее отойдет точно уже в плане оборотов, и IT выходит на первое место. И это, ну, будет только еще больше развиваться, потому что IT только вот переживает такой резкий бум. А автоматизация это круто. Это, собственно, на самом деле одна из причин, почему я сам пошел в IT в свое время, потому что... А чтобы все за тебя делал компьютер, чтобы это, ну, не надо делать. Захотелось кофеварочку к серваку подключить. Типа того, да. Как когда-то там начиналось, чтобы смотреть за кофе. Ну вот. По поводу того, что кто-то будет выпадать в плане какие-то профессии, которые существуют сейчас, я не знаю, ну, сложно сказать. Ну, и из моей сферы, возможно, таксисты пропадут.
как, ну, как, ну, как, да. Как каста, как класс, появятся, ну, независимые водители, как, ну, которые выполняют регистрируются заказы, в приложениях, да, и, а потом уже переход, ну, вот, вообще без водителей машины, как Uber сейчас тестируют и так далее. Угу. То есть искусственный интеллект, нейросети, вот это все уже с нами. И робототехник, ну, да. Роботы, это все уже по-любому будет уже как бы наше будущее. Ну да, то есть это уже есть, это уже испытывается, и на самом деле, как бы это сейчас ни казалось фантастичным, это уже часть нашей жизни, просто вопрос только во внедрении, в быт этого да. всего. Очень показательно, на самом деле, был момент с айфоном, когда вот только-только Джобс его анонсировал, и все начали, ну, появились первые хейтеры айфонов, я в том числе, и начали говорить, что ну что это за ерунда, вот это все было до этого, это все LG реализовывали, Samsung реализовывали, на Windows Phone выходили тоже очень подобные модели, у которых функционал был даже лучше, чем у iPhone. Но в чем была революция Джобса, которая, наверное, изменила впоследствии весь мир в целом, что все поняли, что юзабилити выше всех вот этих технических функций. То есть, насколько тебе удобно этим, это делать. То есть, то, что это есть, это одно. И, а другое, что этим достаточно удобно пользоваться, что ты хочешь этим пользоваться. Вот. И мне кажется, когда вот будет... Ну, это будет такой нулевой меридиан, когда мы будем... Какая технология будет миновать вот эту границу, когда ей удобно уже пользоваться, вот тогда она будет стопроцентно закрепляться у нас в мире в целом. Мне так кажется. Ну, не, ну смотри, тут-то интересная история такая про Джобса, что тут именно гений Джобса смог позволить этой технологии стать удобной. То есть он понимал, как эту технологию использовать, и вот именно его, его собственный гений позволил ему создать iPhone, собственно, и продать этот. Самое главное, продать iPhone. Создать-то, может быть, еще и многие, кроме него, могли. Да, то есть это именно то, что мы говорим о сейчас слиянии различных сфер, это действительно слияние, ну, технологии и маркетинга, потому что это... Составная часть маркетинга, насколько ты удачно создаешь продукт, что он становится приятным, что человеку хочется им пользоваться. Но, по сути дела, это сейчас неразрывно связано со сферой IT, и поэтому очень много сейчас набирают именно юзер-интерфейс дизайнеров, потому что это очень важно. Если приложуха неудобная для использования, и не будут пользоваться. Вот. Это как по поводу, многие говорят, что я бы хотел пойти в IT, поэтому надо быть программистом и так далее, но это жесткий такой здоровенный миф по поводу того, что программисты решают. На самом деле программист сам по себе ничего толком не стоит. Да, он умеет там прогать, что-то написать может, а толку от этого всего? Он не продать, не красиво сделать, ничего с этим не сможет. Вот в этом и суть. Программисты, они, может, ну, какой-то фундамент создают в всей этой сфере. То есть без программистов IT не существует в принципе. А именно все остальное, фасад, дом и так далее, это все вот остальные профессии, которые сейчас появляются, прям активно появляются при этом. Ну и вот возвращаясь к моей мысли, что все равно у вот этих дизайнеров, маркетологов и так далее должны быть базовые знания в сфере IT. Они должны понимать, что можно сделать, что нельзя. То есть какие инструменты им доступны. Перейдем, наверное, к самой такой интересующей всех теме. Я в свое время, когда повторно заинтересовался, что там в программировании происходит, решил там питончик посмотреть, еще что-то, обучалки. Увидел кучу тредов на Хабре и много где еще, что вот мне за 30, я хочу кинуть свою работу и уйти в IT, чтобы работать в Таиланде на удаленке. И миллион просто этих трендов. Что вы тут делаете? Ну вот, и я такой, ничего себе, однако у меня ни у одного такая ситуация, что хочется какую-то новую струю, так сказать, найти у себя в жизни. И самое смешное, что когда коронавирус развернулся по полной, начались на тех же самых ресурсах, примерно в тех же самых темах, вопли тех людей, которые до этого в этих тредах писали, да я все, я бросил там какой-то бизнес, бросил свою дурацкую работу, я сейчас работаю в IT на удаленке, у меня там зарплата больше 100к в месяц. Их, естественно, вот этих, по сути, низкоквалифицированных работников, ну, как их ласково называют, макаки, их сразу же погнали первыми. И люди пишут, что вообще, конечно, если программист реально опытный, если у него хорошее резюме, естественно, он остается, работает, все нормально, для него ничего не меняется. А вот куча вот таких людей, которых понанимали, ну, вот какой у него может быть опыт, там, 1-2 года, их, естественно, поперли сразу же. И сейчас в IT вот такая странная ситуация, что вот эти
огромные толпы людей, которые пришли, их сразу же повыгоняли, получается. Смотри, тут момент такой, что я не думаю, что это именно про то, что они, как сказал Макаки, именно несколько, ну, опыта у них нет. Именно конкретно в программировании она такая сфера, что если ты хоть чутка... Ну, там вопрос в том, как ты думаешь. В том, как ты подходишь к решению задач, то есть только в мозгах, а инструменты и прочее, это уже набивается с опытом. И вот я думаю, что эта проблема больше не в коронавирусе была, и людей, которые там перешли, толком не шарили и стали айтишниками. А проблема в онлайн-школах, которые начали прям буквально же года 2-3 назад, их появились тысячи, которые начали учить всех подряд и говорили, что это легко, и вот люди верили им, а они бы все равно в любом случае вылетели. И дело не в коронавирусе и прочем. Они бы вылетели просто потому, что у них нет того... Потому что они неудачники. Дело в майндсете. Да, типа просто нету подхода, нету мышления. Ну вот я не знаю, как я когда учу программирование, я говорю, что вот дело в мышлении программиста. То есть надо думать алгоритмически. То есть только в этом все. Если у тебя этого нету, то сколько бы ты ни бился, ты никогда не станешь нормальным программистом. А бывают люди, которые год поработали, и они уже... Ну, потому что, ну, не видно, они хороши, потому что они понимают это. А научиться, опыт, это уже придет со временем. И поэтому они вылетали, я думаю, что не из коронавируса эта проблема была, а проблема в онлайн-школах. Не люблю эти онлайн-школы. Сейчас повсюду заметили рекламу в Ютубе. Любой ролик включаешь, и там обязательно реклама онлайн-школы, там Geekbrains, еще чего-то такое интересное. Ну, кстати, я, в принципе, много слышал, опять-таки, от выпускников вот таких онлайн-школ, что нет, я сейчас работаю, у меня все нормально. Ну, видимо, это как раз таки, да, проблема в майндсете. Это действительно, подходит ли тебе эта работа или нет. Другое дело, что, конечно, всех манят эти условия. Ну, манили раньше, что можно работать на удаленке, получать нормальную зарплату выше среднего и при этом не заниматься тяжелым физическим трудом, скажем. Ну, и раньше, как бы, в принципе, даже и без онлайн-школы, раньше, я помню, в университете, когда учился, много ребят тоже, как бы, ну, учились, потом забрасывали эту учебу, не хотели учиться продолжать учебу, потому что они понимали, что это не их. Как бы и уходили. Ну, это нормально, мне кажется, тоже, потому что люди себя ищут, находят там, где-то пробуют, им не понравилось, там уходят, другое, но не их это. Ну, а ты что думаешь по поводу вот этого странного кадрового вопроса на данный момент? У вас вообще стоит сейчас такой вопрос именно в банковской сфере? Да, нам, ну, как бы чувствуем нехватку острую в кадрах, особенно у нас в республике, ну, у нас в городе. Да, острая нехватка кадров есть, да, и... Я могу сказать, что острая нехватка кадров, она, в принципе, существует не только в сфере. И еще у нас такая ситуация же, да, как бы в Якутии, что если инвестировать в какого-то человека, да, там, обучать сотрудника и так далее, то, скорее всего, он немножко опыта наберется и, как бы, уйдет. Уйдет туда, где получше. Как Используют как трамплин компанию куда-нибудь туда потом. Ну, с другой стороны, это тоже нормально, да? Ну, типа плане, человек развивается. Да, но именно вот в плане... Тима просто в Синете работает. Для компании самой это, как бы, не очень удобно, да, вот. И поэтому текучка кадров из-за этого, как бы, есть. Мне кажется, ну, что есть эти люди, что их нету, как бы, особо погода не меняет. Те, кто захотят остаться в IT, они все равно останутся, опять же, вот, касаемо майндсета этого, да? Если не захотят, они останутся, нет, как бы, что-то другое выберут себе. Ну, вот, кстати, вопрос по поводу текучки кадров и, опять-таки, банковской сферы. У вас там очень же остро стоит вопрос безопасности, да, там, вы подписываете по-любому какие-то бумаги. Да. И вот как вы вообще решаете, ну, есть ли такая проблема, что человек был допущен каким-то самым запасом и потом вдруг срулил? В смысле, слил инфу или... Ну, в смысле, может быть, ушел куда-то. А, ушел куда-то. С инфой в голове. Да, с инфой. Ну, как бы он все равно подписывает договор там вначале, а не разглашение. Все. Как бы он несет ответственность все равно за свои деньги. В компании, вне компании, как он уйдет. Ну, это везде так, это не только в банке, да? Ну, да. До этого работал тоже в другой компании. Я работал в компании IT-консалтинг. И я вот внедрял тут в Якутии, у нас получается вот... скажем так, в структурах наших, да, в органах разные информационные системы, и вот там то же самое как бы было. Ну, ты сравни, у тебя банковская и МВД была. Ну, естественно, и там ты подписывался. По безопасности, да, как бы есть такое. Ну, вообще, безопасность в IT – это отдельный такой разговор, можно сказать. И именно поэтому у нас в IT есть замечательная профессия. Да. Поступайте в IT. Информационная безопасность. Поступайте в Якит. Ты же понимаешь, да, вот уровень вот этого обязательства, когда подписывал, что до сих пор не может сказать, он
в некоторых структурах некоторые программы устанавливал. Никакой конкретики. Есть такое, да. Что-то там делал. Интересно, что именно в IT это так повсеместно распространено. Мало где, наверное, какие сферы еще найдутся, где постоянно, куда бы ты ни приходил, тебе сразу же давали документы, подписывай, давай, что ты можешь говорить, что не можешь. Ну, тут проблема заключается в авторском праве. Угу. Просто мы работаем на поприще, которое эфемерно, оно где-то там кружит, и то, что ты, ну, ценится именно знание и твое знание о чем-то. А в остальных сферах, ну, то есть, если ты на нефтяную вышку пришел работать, тебе максимум, что нефть оттуда таскать. Ну, да. А, ну, это можно пресечь другим путем. А у нас, ну, никак не защититься, поэтому приходится подписывать договоры, которые защищают авторское право и ну, вот это все ноу-хау. Абстрактно поговорим, что вот из области IT, из области вообще цифровых технологий вас, может быть, удивило, что-то привлекло ваше внимание в последнее время. Потому что, да, сейчас бум, такой еще на фоне общей информационной какой-то завихренности от коронавируса, все что-то обсуждают. Что вас в последнее время ну, как-то удивило, привлекло, не знаю, заинтересовало? Ну, из последнего времени. Ну, вот недавно, допустим, наверное, видели уже, была презентация Neuralink от Илона Маска. Но есть как бы люди, которые не очень к нему относятся, есть люди, которые верят. Вот. Я пока точно не могу сказать, в каком я лагере. Но, конечно, то, что там представил, да, он-то совсем еще только начало. И, ну, это вообще сама презентация, это была именно для поиска, опять-таки, ценных кадров. Именно для этой компании, да, чтобы развивать эту компанию, им нужны ценные кадры. И даже вот в таких компаниях, оказывается, да, не хватает ценных кадров. Да, конечно. Таких крутых, мощных стартапах, да, можно сказать. Вот. И... Но мне понравилось вообще то, что, о чем идет там речь. Именно то, что люди, да, которые какие-то травмы там были, да, у них или там с позвоночником и так далее, да, они могут в будущем, в принципе, иметь шанс на то, чтобы спокойно там передвигаться и так далее с этими чипами. Ну и опять-таки, вообще, ну, меня, конечно, там больше... Вообще, конечно, там очень много разных развитий. Огромный, это сценарий, да. На самом деле, спектр всяких возможностей предлагает эта компания. От самых положительных до самых отрицательных. Потому что Илон Маск всех зачипирует, чипуати людей, рептилоиды будут. И потом мы все станем рабами сионистского заговора. Или что-то такое в этом духе. Но, да, меня в первую очередь, конечно, до сих пор, вот, наверное, две основные как-то... Не то чтобы проблемы, два основных порога таких существуют. Это энергия, да, это батарейки, как вот... То есть сейчас очень много технологий ограничено именно тем, что энергоресурса у них не хватает какого-то. И второе — это интерфейс. То есть Neuralink предлагает огромный простор для того, чтобы гибко управлять чем-то, какими-то сложными механизмами. Я вообще очень люблю ретро-фантастику, то есть фильмы, мультфильмы вот, 60-х, 70-х годов. И вот постепенно ты смотришь и понимаешь, что если раньше это было, ну, действительно, как в «Пятом элементе», там, положили таблетку, достали курицу, что за бред, что за чушь. А сейчас ты смотришь и видишь, что некоторые эти технологии уже вполне внедрены в нашу жизнь. Очень смешно, что, как говорили, интернет — это единственное, что не предсказали вот, футурологи того времени. Что как-то до этого у них мысль не дошла. Ну, или интернет никто не ожидал, в принципе. Просто он взял и появился. Да, хотя... Никто не верил, наверное, что такое, в принципе, возможно сделать. Да, хотя именно не футурологи, а вот кто там, Тейяр де Шарден с принципом ноосферы выступал, что есть какая-то единая сфера мыслей. Мы, по сути же дела, к этому движемся, тем более в контексте нейролинка. То есть мы можем просто наши мысли... объединять в какую-то единую систему, в какую-то сеть. Это прям Джо Роган начинает. Это безумие. Хал. Какие невероятные возможности нам это все сулит. И тут опять-таки, конечно, встает вопрос идей. То есть как войтись, ну, все-таки наиболее ценные в стартапах какие-то амбициозные идеи, какие-то оригинальные идеи. Чем больше будет людей подключено, ну и сейчас, в принципе, такая ситуация, да, то есть мы много знаем стартапов из разных стран, абсолютно неочевидных, и там, оказывается, люди сидят и предлагают какие-то реально очень крутые идеи. Вот.
мы придем к тому, что идеи, наверное, станут цениться еще выше, чем сейчас. Не, ну, ты вот рассказываешь про предсказания вот этих ретро-футурологов, которые фильмы снимали, а потом внезапно... Такое же было всегда. И да. У Жюля Верна было, когда он предсказывал это, и сейчас мы что-то там придумываем, это реально будет. А по поводу того, что идея будет цениться, вот как раз-таки идеи создавали всегда, но ценился тот, кто сможет реализовать идею, а не сама идея. Угу. Поэтому куда бы мы ни пришли, как бы далеко ни зашли, все равно пока не найдется человек, который сможет это сделать, ну, она не воплотится, а придумать-то можно все что угодно. То есть все равно дело в человеке, который будет ну, это делать своими руками или руками своих других людей. Ну да, конечно, конечно. На самом деле, сейчас же есть всякие такие проекты да, для стартапов, там Indiegogo, Kickstarter, вот эти вот да, площадки там, но зачастую идеи там в основном взяты именно такие бизнесовые идеи. Ну, сам слишком бизнесовый, и прорываются в основном идеи, и инвесторы инвестируют в те идеи, которые более бизнесовые, ну, но не для людей. Ну, то есть, инвесторам нужны да. дивиденды. Да. Им не нужны идеалистические да. какие-то... Да, да. Идеалистическое светлое будущее. Это я про то, что как в прошлом думали про, ну, про свое будущее, которое вот в наше время происходит. Да? А, в прошлом люди, наверное, думали как-то более идеалистически. Да? И да. Они все-таки про, ну, думали про будущее, что оно будет вот таким светлым там, ну, или темным, но оно будет для людей. У нас сейчас такой более капиталистический подход, да, и прорываются в основном идеи, которые, да, ну, имеют с собой в основном такую бизнесовую часть большую. Это забавный фактор, то, что ну, то, о чем ты говоришь, это, по сути дела, такой реализованный киберпанк, в принципе, капитализм со звериным оскалом, да, да. корпоратократия и так далее. Да, 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 да. Но при этом какой-то польский писатель в 90-х годах, когда его спрашивали, почему вы не пишете в таком, ну, на тот момент популярном жанре, как киберпанк, ответил... Из-за того, что я в Варшаве не могу найти ни один рабочий телефонный аппарат, мне кажется бессмысленным писать про какое-то технократическое общество там, с катастрофами и так далее. Что бы вы посоветовали людям, которые собираются все-таки в 30 лет все бросить и вкатиться в IT? У меня есть небольшая... Ну, у меня как... Я иногда... У нас там есть центр развития, я там рассказываю лекции о том, как начать программировать. Uh-huh. Ну, то есть, вот. А у меня коллеги, когда видят это, они говорят, типа, ты лучше не про это, ты расскажи, как перестать программировать. Потому что я хочу жить и перестать программировать. Вот. Поэтому я бы сказал, что, ну, не знаю, подумайте, прежде чем начинать. Потому что на самом-то деле выглядит это все там райски. Что ты там как будто сидишь на удаленке в Таиланде, ешь бананы, и у тебя там вот ноутбук Mac за 200-300к, и тебе норм, и все хорошо. По факту, стандартная шутка, я более чем уверен, это во всех компаниях, что программисты — это рыбы на галерке, и нужно просто грести. А продакт сзади стоит и задает тебе ритм. Да, да. То есть, ну, выглядит это вроде идеалистически, а по факту... Тысячи легаси, ну, то, короче, работаешь ты, не, оно не так круто выглядит, как хотелось бы. Поэтому подумать как следует, надо ли это вообще. Многие, кстати, еще идут, насколько знаю, в IT, потому что хотят свой стартап. У них есть идея, и они считают, что вот я создам стартап, как бомбану, взорвусь и как Инстаграм залечу везде. Ну, скорее всего, нет. Таких, как ты, миллиарды, если не больше, а выстреливают только единички. Заметили, да, какой Влад на самом деле пессимистично настроенный человек? Идеи ничего не стоят. Ну да. У вас ничего не получится. Нет, это если получится, это наоборот, это вы скажете, ага, Влад, а ты-то говорил, я скажу, ну, красава, тогда ты переубедил. Ну, нет, и тут тоже получается всякие, вот Майтона и Индрайвер тоже примеры же успешных стартапов, которые когда-то начинались, как просто два друга, два брата, точнее, решили устроить и делать игры, и, может, даже вы видели этот пост их старый первый на форумах. Там, ну, да, я да, да. Читал. Ага, вот. И теперь они делают игры. Не, ну, понятно, что это не AAA, но это хорошие игры, и в них играют. Ну, это опять-таки, это не просто везение, что люди да. просто решили, это же огромная работа. Это труды очень большие. Просто невероятная работа. То есть это большой вопрос, человек готов столько трудиться, чтобы достигнуть таких больших результатов, или он как бы не захочет вообще этого делать в конечном счете? Ну, нет везде где-то, что здесь easy money просто пришел и начал зарабатывать хорошо, и тебе все легко. Такого... Кроме золотодобычи? Нет. Ну, только где-нибудь лет 100 назад еще и в США. Где-нибудь там. А можно вам твоими костями торговать? Пока тебя не убьют где-нибудь в тайге. И съедят.
Ну, что ты можешь? Повтори еще раз вопрос. Я немножко улетел. Че? Вспомнил этот ролик, где Нирвана попал, короче, залип. Что ты можешь посоветовать людям, которые хотят вкатиться в IT? Которые хотят войти. Ну, пускай идут войти, почему бы нет. Видите? Ну, да. Советы, ну, конкретно. Советы, конкретно. Нюансы. Я думаю, для начала нужно как-то понять вообще, нужно ли тебе это. Чтобы лишнее время не потратить, как бы ресерч такой небольшой сделать себе, там, собрать, что ты вообще хочешь поставить, там, цель, там, что-то добиться, там. Ну, человек хочет сидеть в Таиланде на удаленке и получать кучу денег. В Таиланде на удаленке, ну, 99%, что этого не выйдет. У меня же не вышло. Да, потому что нормальный человек, который сидит на удаленке в Таиланде, он первую цель себе такую вряд ли ставил. Да, первая цель у него была намного меньше, и как бы адекватней, скажем так. Такие неадекватные цели сложно добиваются просто так. Вот. Ну, в принципе, я думаю, если есть желание, если человек хочет действительно заниматься, то вообще добро пожаловать в IT. У нас как бы, если ты действительно хочешь этого, действительно ты постоянно двигаешься к этому, я думаю, легко добиться чего-то в IT. Ну, у нас все-таки, как ни крути, такая своеобразная столица все-таки в Сибири, да. IT, потому что у нас очень много IT-компаний на самом деле. И много департаментов, много отделений, которые занимаются IT. И, ну, реально, они занимаются IT, они просто создают видимость. Вот смотря на людей, которые ушли из IT, да, ну вот, или там по пути шли и бросили, да, вот я хочу сказать то, что... Забыл мысль. Соберись! Именно нужно как-то понять именно самому человеку, да, нужно ли это ему. Потому что очень много времени можно потратить в поисках себя. Даже, допустим, вот уйти в IT. IT – это очень большое такое понятие. И там очень много направлений есть, да. И главное понять то, что тебе это какой-то кайф приносит. Ну, тебе это нравится. Конечно, там очень много трудностей, да, но ты должен от этого немножко кайфовать. Если тебе это не приносит удовольствия вообще никакого, и ты каждый раз там против себя что-то делаешь, каждая твоя задача, каждое все против тебя, то лучше не надо этим заниматься, потому что, скорее всего, ничего не выйдет у тебя. Допустим, молодые люди пришли, поступили, и они еще не совсем понимают, это их или не их. Да, вот что делать им? Нет, тут же такая классическая ситуация, когда я поступал в универ, в мое время все поступали на экономистов. Когда мой старший брат поступал в универ, все шли на юристов. Сейчас пришло новое время, и сейчас все идут в айтишники. Ну, то есть просто пришла эпоха. По выходу мы получим 90% людей, которые будут заниматься не IT, а чем-нибудь другим. Что-нибудь там, ну, кто-то найдет, кто-то не найдет свое призвание. А 10% из них станут, ну, как юристами, экономистами, теперь программистами или там кем-нибудь еще. Ну, какого-то высокого класса. Ну, да, да, потому что это их, просто потому что это их. Ну, или там 80-20 по принципу Парето того же. Тут вот именно если, вот я тут вспомнил мысль по поводу, и Тиму даже продолжу, вот по поводу того... Что же делать? Как понять, надо ли тебе это? Тут вопрос, конечно, стоит именно в конкретно не подумай там, посчитать, а зачем тебе это надо? Если ты в себе в мечтах представляешь, что ты сидишь на берегу Таиланда и зарабатываешь деньги, и тебе норм, то я более чем уверен, что у тебя это не получится, потому что это не, эта вещь, эта картинка тебя мотивировать долго не сможет. Тебе придется учиться не один год. Это как в любой другой сфере. Чтобы научиться там петь или танцевать, ты тоже должен тратить на это много и много времени, чуть ли не себя полностью. Здесь то же самое, это как любая другая сфера, и поэтому ты должен найти тот мотиватор, ту идею, которая будет поджигать тебя на протяжении всего этого времени, до тех пор, пока у тебя не появятся первые результаты, которые не смогут оценивать люди, и вот эту оценку уже начнет тебя поджигать дальше и так далее. А вначале ты должен жить за счет чего-то. У меня это лично было, я хотел делать игры. Ну, то есть я играл в компьютерные игры, ну, это классика у многих, и я думал, и у меня было не просто делать игры и как-то зарабатывать, а у меня как было? Я любил играть в компьютерные игры. Как только нам купили первый компьютер, я прям думал, нифига себе, это классно. И тогда подумал, что если мне это так нравится, то получается, есть же люди, которые делают эти компьютерные игры, и это наверняка еще круче, потому что ты делаешь что-то, что нравится тысячам людей, миллионам людей, и это просто невероятно классно. И именно вот с этой идеей я пошел и начал учиться программированию самостоятельно в школе, ну и поперло, пошло, поехало. И в итоге, ну, я стал тем, кем я стал. Сейчас я, ну, занимаюсь, я люблю свое дело. И вот суть как раз-таки... Только в игры я уже не играю.
И игры такие не начал делать, потому что, оказывается, суть-то была не в создании игр, а в творении, в чем-то, что позволяет создавать что-то, чем пользуются другие люди, и это им приносит удовольствие. Вот моя идея была, и я к этому пришел. И задача вот найти вот свой внутренний вот маленький огонек, который будет поддерживать все время. А это уже у каждого свое. Это я не могу советовать кому-то, что тебе понравится, потому что вот это, а тебе понравится, потому что математики много. Да, мотивацию как бы каждый для себя сам находит. Да. Это на самом деле такой интересный и парадоксальный, в общем-то, случай, что вот по поводу спорта я уже говорил когда-то, что нужно заниматься тем, что тебе нравится. Да? То есть не то, что вот мне тут плавание поможет там в этом, бег поможет в этом, здесь я там мышцы наращу пауэрлифтингом, а здесь там начну в боксе классно бить. На самом деле нужно заниматься тем, что тебе нравится, потому что только так ты можешь этим заниматься достаточно долго. И, в принципе, здесь, с одной стороны, похожая ситуация, да, то есть если ты не любишь программировать, то есть если ты не любишь вот эти все процессы, которые сопровождают написание программ, то, наверное, ты долго ты и не сможешь этим заниматься. Но здесь и другой вопрос. А как тогда? То есть есть же и много и контрпримеров, когда без большого количества труда, пота, слез и так далее не получается, в общем-то, какого-то успешного исхода. То есть, типа, во-первых, пока не попробуй. Дорогу осилить идучи, во-первых, потому что пока не начнешь идти и через кровь пот не пройдешь, ты не достигнешь и не можешь узнать. Тут не знаю, тут остается только пробуй, дерзай, может повезет. Вот, допустим, человеку 30 лет, и ему кто-то сказал, что есть такая вещь, как программирование. Он такой, а как это? Вот где ему попробовать попрограммировать? Есть ли какие-то у нас ресурсы, например, в интернете? Есть какие-то сайты или форумы, которые отсылают к какому-то источнику, где он может сесть и попробовать написать, например, какой-то код? Либо там есть, допустим, обучающий ролик, который говорит, скачай такое-то приложение, попробуй сделать то-то, то-то, если у тебя получится, значит, переходи дальше, развивайся, вот тебе еще литература, почитай этого человека или посмотри этого человека. Вот как зацепиться ему, взрослому? Программировать можно на любом компьютере, даже на этом. Ничего не устанавливая, там уже все есть. В браузере просто открыл, в браузере зашел, там зашел на CodeWars там, и начал задачки делать. Да. Так ресурсов тысячи. Да. Думаю, Тим подтвердит, что и у Ютуба тысячи, всего тысячи, но тут есть такая еще обманчивая штука, как я уже в самом начале говорил. Я не люблю онлайн-школы, потому что они, когда ты идешь туда, даже бесплатные, они тебе обещают, что ты на выходе будешь классным специалистом, и у тебя будет там зарплата, это вот достойная профессия и так далее. И вот люди из этого могут, неправильно понять, и потом разочароваться, и расстроиться в себе, и деморализоваться, что, в итоге получится совершенно другой результат. Я не знаю, ты что? Тут не... Для зрелого человека. По поводу площадок, вот я говорю, там есть площадки онлайн, да, еще раз повторю, то, что можешь спокойно зайти. Если, допустим, если ты программистом хочешь стать, да, то тебе по-любому должны нравиться решать задачи. Да, и вот есть вот площадки, где ты просто сидишь и решаешь задачи, смотришь, как другие ребята решают задачу другими способами. Если тебе это интересно, добро пожаловать. Получать там, до какого там коричневого поезда можно получить? Там тоже поясная система, как в GU, короче, и ты решаешь задачки и пояса получаешь. Вообще там по всем языкам и программирование. Хотел бы сказать, что на самом деле настоящее программирование, профессиональное программирование, оно не про решение задачек, оно про... Да. Ну... Тут разные штуки. Тут, говорю, единственное, попробовать есть где. Это легко гуглится, это везде есть CodeWars, как сказал уже Тим, есть куча YouTube-каналов, которые рассказывают это понятно на разных языках. И просто, зайти попробовать всегда можно. Но это, во-первых, может быть обманчивое впечатление, тебе может показаться, что легко идти получается, но это не так. И, как и везде, собственно, нельзя взять и за 5 минут понять, можешь ли ты быть хорошим программистом. Этому нужно какое-то время потратить, месяц, два, три, и только после этого в голову придет, а твое, не твое, хотя бы так на таком уровне. И все равно, я думаю, нужно адекватную оценку себе также иметь, да, и не так, ты там, даже если ты в какой-то школе онлайн обучился, у тебя есть там сертификат, и ты сразу идешь, у меня сертификат, я буду этим работать, да. Нужно все равно, как по старинке у нас всегда было, там, находишь какого-то наставника, там, если ты, допустим, сисадмин, да, там, хочешь стать, ты там идешь и никейщиком, да, там, устраиваешься и учишься, перенимаешь опыт, и опыт, он гораздо важнее, чем вот эти всякие сертификаты, мне кажется, и так далее. У меня, например, нет образования.
Ну и практика все-таки, она важнее, чем теория. И вот наставничество тоже решает. Если есть хорошие наставники, это не заменит никакую там онлайн-школу тебе. Книгу почти ничто не заменит. Да. А именно вот практический опыт, как решали задачи вот именно вот внутри организации. Ну, я могу рассказать, как я, когда у меня такой вопрос задают, ну, часто, да, так скажу, часто. Ну, суть такая, что если хочешь попробовать, вот у тебя есть несколько вариантов. Первое, найди человека, который тебя научит. Если не нашел такого человека, ну, это плохо, потому что с таким человеком, если есть человек, который готов тебя учить, друг твой или товарищ, то тогда идеально. Если нет, то, ну, пытайся книги, учебники, YouTube и так далее, и после этого у тебя знаний на самом деле не будет практически. Будет какой-то вот совсем базовый минимум, и с ним попробуй, если вот тебе нужен, ну, roadmap, то после этого пробуйся, ищи какие-нибудь дешевые стартапы, которые обещают зарплату потом, ну, вот что-то такое, и там ты начнешь набивать небольшой опыт. И вот с этим опытом уже, и тогда ты начнешь понимать, что же такое на самом деле программирование, и вот с этим всем пойдешь дальше. Ну, я про взрослых людей, естественно, школьникам, студентам, у них есть универ, у них есть время набраться опыта там. Ну, и вот как-то так. И сейчас, кстати, в Якутске конкретно очень популярно стало движение, вот хакатоны устраивают. Да. Можно просто даже туда ходить и даже ничего не уметь делать, просто там тусишь среди этой компашки, и рано или поздно все равно, ну, с кем ты общаешься, с кем поведешься, от тобой наберешься, собственно. И вот с ними просто ходить, тусить, общаться, и это тоже даст свой какие-то плоды. Угу. Ну, Влад, кстати, хорошо сказал вот по поводу того, что алгоритмическое мышление — это вот один из определяющих факторов, наверное, хорошего айтишника, айтишника вообще в целом, наверное. Ну, скорее про программиста, потому что... Да. Ну, понятно, человека, который с этой сферой связан. Вот что еще, какие еще вы бы черты человеческие отметили, чтобы человек, ну, мог сказать, да, вот это у меня есть, наверное, вот программирование или IT мне подходит. Алгоритмическое мышление – это очень такой важный параметр. Ну, вот Ваня там помянул тоже, это усидчивость все равно нужна в любом случае. Ну, да. Потому что ты все время будешь сидеть, да. Если у тебя СДВГ, тебе придется очень трудно учиться и вообще работать в этой сфере. Ну, это вообще, наверное, как ко всему, ко всем сферам. Не, ну, если у тебя сфера бегать, то... Ну, вот, нет, я не знаю... Алгоритмическим. Тут смотри, ты говоришь про айтишника, но это как говорить про спортсмена. Ну, какие качества нужны для спортсмена? Конечно, для бегуна одни, для пловца другие. Естественно, да. Мы должны понимать, что мы сейчас очень-очень так крупными мазками, очень условно говорим про какую-то очень большую сферу. Понятное дело, что там миллион нюансов для каждого направления, потому что, понятно, IT охватывает практически все сферы нашей жизни. Я имею в виду вот так вот, в общих чертах, именно для детей, которые собрались, допустим, идти учиться. Да. Школьник понимает, что, допустим, вот он любит отвечать на вопрос «да» и «нет», что «если то, значит так» и так далее. Это вот один звоночек, что, в принципе, им можно пойти на какую-нибудь специальность в сфере IT. Если твой взгляд на мир детерминирован, и ты считаешь, что энтропии не существует, тогда и это твое. Погоди, как это энтропии не существует? Что это за разговоры завел тут? Вот в этом и суть, что чем меньше вот этого хаоса, и тебе нравится, когда все четненько, то, скорее всего, возможно, тебе понравится и разрабатывать и так далее, потому что, ну, это все всегда приводится к какому-то стандарту. Ну, каким-то вот этому, ну, вот это может быть тогда... Если ты пытаешься снизить энтропию в таком случае, ну, не то, что ее не существует. В идеале ее нет, и мир детерминирован. Ну, это... Это у тебя уже религиозные какие-то вещи пошли. Давайте поговорим про буддизм сейчас. Шуточный вопрос. Нужно ли начинать отращивать волосы? Коалиция волосачей. Да, ты либо в дзюдо, либо в программирование попадешь, так что... В джитсу. Простите. Я вообще, вот, когда начался коронавирус, вот вся эта байда закрутилась, замечаю, как на самом деле люди, у которых нет доступа вот к реальному миру, у них начинается вот эта депривация информационная. То есть каналы все перестали все выпускать, даже те, которые, ну, не в студиях работают, а просто что-то монтируют. То есть все равно у людей должен быть какой-то доступ вот к сенсорной информации, к тому, чтобы выйти, что-то посмотреть, понюхать и так далее. Люди сидят и реально сходят с ума. Вот сейчас, как только сняли ограничения в большей части регионов, сразу начали появляться новые видео. Это на самом деле интересный факт, потому что в детстве мне хотелось, чтобы меня просто оставили в покое, чтобы можно было сидеть, не вылазить из-за компа и просто врасти туда, пустить корни. А сейчас, наоборот, абсолютно обратное желание. Пожалуйста, только не садиться за комп, только ничего не делать. У вас, кстати, как, нет такого?
Люди – социальные животные. Как бы ты там ни хотел, не открещивался бы от людей, от общества и прочего, я схожу с ума. Ну, и вроде бы общаешься, вроде бы каждый день с кем-то там разговариваешь, там даже и дома не один живешь, но каждый раз, когда выхожу, это прям глоток свежего воздуха. Хоть даже просто прогуляться до магазина и вернуться обратно, уже что-то. Это да, есть такое. Ну, я тоже с этим согласен. В принципе, гулять обязательно надо. Надо гулять, дышать свежим воздухом. Вопросы от Михаила Андросова поступили. О, да. Ну, давай. Понеслась. Илон Маск – это проект. Интересно мнение о различных теориях заговора. Да, Илон Маск как теория заговора – это, в принципе, такая забавная штука, потому что сразу же, по-моему, как только он более или менее начал активно пиариться на разных площадках, появилась инфа, что и все полностью, все его проекты спонсируются государством. То есть мы все знаем, что когда был первый опыт применения частных военных компаний. Это был, по сути дела, государственный проект. То есть это были компании, при помощи которых государство делало те операции, которые не могло делать в открытую, делать официально. И компания Илона Маска, это, в принципе, ну, говорилось вот в этих материалах, что это примерно то же самое. То есть государство просто инвестировало в какого-то человека, что есть такая ширма, есть вот некий Тони Старк, миллионер-плейбой, у которого еще все супер получается, и у него какие-то абсолютно фантастические проекты, которые реализуются. Вот. Я думаю, что тут, как и в любых вот таких делах, все серединка на половинку. Мне кажется, государство однозначно очень много вкладывает в Илона Маска. Это вообще не поддается никакому сомнению. Другой вопрос, значит ли это, что сам Илон Маск ничего из себя не представляет, и что ничего он не делает, и что его компания это все пшик? Я так не считаю. Я думаю, что у него действительно огромный потенциал, ну и как генератора идей, как менеджера, все-таки нужно собрать людей, нужно заразить их своими идеями, чтобы они за тобой шли, чтобы они реально выкладывались на работе. Вот, поэтому я думаю, что да, государство однозначно много дает и Тесле, и Дрэгону, но Илон Маск там вкладывает не меньше. Согласен. Дальше. Или что? Или кто-нибудь еще? Что вы вообще думаете про Илона Маска? Не, ну, Илон Маск красавчик. Он просто красавчик. Я не знаю, вот эти теории заговора и прочее, они существовали всегда, они будут существовать всегда. Вот там Тесла уронил метеорит, который двигается в обратном направлении во времени, в этом, как его там называется. Ну, все поняли. Нет. Однозначно нет. Тунгусский метеорит вспомнил, Вова. Там же были даже теории, что Тесла притянул метеорит с космоса для того, чтобы он упал, но метеорит двигался в обратном направлении во времени. И об этом написали Стругацкие даже. Ну вот. Ну, короче, да, это все там... Влад сидит на совсем каких-то... Нет, я просто прочитал Стругацких, и картинка сложилась. Но суть не в этом. Суть в том, что люди всегда что-то придумывали. Люди всегда что-то... Ну, там это, ну... И это, ну, правда. И также правда, что всегда были гениальные люди. Ну, то же самое Эйнштейн, Тесла, куда-то древнее, там, Македонский и прочее, ну, Чингисхан, и, ну, всегда были люди, которые могли что-то, ну, оставить о себе память. Пассионарии, как Гумилев говорил. Да. Вот, и просто Илон один из них, просто он, ну, он появился, он сделал... Чингисхан нашего времени. Да. Он создал сперва PayPal, поднял денег на этом, и сейчас запускает машины в космос. Я как человек, пользовавшийся в свое время PayPal, не могу ему это в плюс записать. Отвратительная была просто система. Ну, самая популярная в мире. А потому что же не было тогда альтернатив. Это, по-моему, единственная сертифицированная система была, и как-то так получилось, что все интернет-магазины принимали только PayPal. Это была мука, реально. Тем более, что наши банковские карты российские к PayPal привязывались с очень большим скрипом. Ну, они же не для нас делали, а для себя. Да, есть такое. Ну, я заметил вообще много, что люди именно становятся популярным, ужасно неудобные. Инстаграм. Социальная сеть, это вот кто меня знает, они сейчас скажут, а, опять начинает. Социальная сеть, построенная на фотках. Задача — смотреть фотографии. И в ней нельзя просто зазумить фотку. То есть отпускаешь, и все, фотки нет, и ты... Оно сжимает качество фоток до ужасного. Ну, тут вот... И люди этим пользуются. То есть есть тысячи других социальных сетей, построенных на фотках, которые все это дают, но и людям этого не надо. Твиттер,
отвратительно неудобный интерфейс, ограниченное количество знаков, люди длиннопосты пишут в Твиттере через много твитов, ну, пользуется. Ну, видать, PayPal по такой же теме, он был неудобный, но... Ну, это, мне кажется, исторически сложилось. То есть Твиттер, я могу объяснить, почему он так популярен, все-таки изначально это был сервис, который через телефон люди отправляли. То есть и революция это PayPal, эй, господи, и революция это Твиттера была в том, что появилась социальная сеть, куда можно было постить на бегу, и, по-моему, вот как раз-таки, когда Твиттер себе впервые вот показал полностью все свои возможности, это был какой-то, по-моему, теракт, это, если я не ошибаюсь, в Америке, и люди просто в Твиттер начали писать с телефонов, и таким образом там абсолютно поменялась и координация силовиков, и сами террористы даже об этом прочитали. Короче, там очень была такая дикая тема, что Твиттер стал окончательно средством массовой информации полноценным. И я, если честно, ну, мне как бы Твиттер как концепция нравится, но я так не смог для себя там найти место. Но я Твиттером, когда в Москве жил, пользовался постоянно, потому что, если, допустим, где-то большая пробка, ты по хэштегу просто смотришь, там, хэштег Тверская, и сразу понятно, что происходит, люди твитят. То есть реально как система быстрых новостей, это очень круто. Ну, возможно, это если тебе это нравится, если пользуешься. Ну, потому что... Ну, потом есть там в Фейсбуке проще начали появляться, и даже за это на самом деле были. Там можно тоже быстро постить, удобно сделали, но люди все равно сидят в Твиттере или на пост. Вот, ну, возможно, я не понимаю чего. Не, ну, просто другое дело, да. Что да, все вот эти крупные сети, действительно, там очень много каких-то не совсем понятных нюансов. Все ругают Фейсбук, насколько он ужасен. А он реально ужасен. То есть вот хуже, вот из таких продуктов глобальных, наверное, хуже Фейсбука вообще ничего нет. И тем не менее, ЖЖшка умерла, все люди переехали в Facebook, начали писать свои огромные тексты туда, и там вообще уже вакханалия началась. Невозможно не прочитать нормально. Кто-то это постит, у тебя в ленте это не появляется, там какой-то алгоритм перемешивания постов непонятный абсолютно, вообще непредсказуемый. Людей тебе каких-то предлагает постоянно. Что происходит? Это дичь. Ну, пользуются. А в Инстаграме, помните, когда сторис нельзя было кадрировать? То есть ты вот просто фотку вставляешь, и если она горизонтальная, то, извините, боковые люди. Ну, я про это не пользовался. Ну, вот, ну, да. Вот, жесть. Абсолютно бредовые какие-то были вещи. Ну, которые... мне кажется, это просто массовость. Ну, и потому что делается продукт именно массовый такой, очень массовый, и ориентируется как бы на такого потребителя. Ну вот, я говорю. Классический портрет, да, нашего как бы центральной аудитории, так как бы, скажем так. Целевой аудитории. Целевой, да, и именно вот по этому портрету он строится, тот же TikTok. Я не знаю, это вообще с ума можно сойти. Что это социальная сеть, это YouTube? Да, просто я не знаю, для кого эта социальная сеть вообще сделана. Ну вот я напоминаю, да, что предыдущий наш подкаст, у нас в гостях был Алексей Адамов, у которого 500 000 подписчиков уже на данный момент. В марте начал снимать видео, и теперь у него 500 000 людей в Москве узнают в метро. Он красавчик. Да, он красавчик. Ну вот и как... Все-таки как соцсеть это работает. Это же, я не помню уже, где писали, что в будущем у каждого человека будет своя минута славы. Ну вот, это яркий тому пример. Ну, говорят то, что алгоритмы TikTok, они намного сильно отличаются от инстаграмовских, в плане того, что у них свой там ИИ стоит. А вообще, на самом деле, вот эти алгоритмы, именно рекомендации... Именно рекомендации, они построены совсем по-другому, как в Инстаграме, в ТикТоке. Да, то есть вообще, когда Netflix начал активно продвигаться, там же вот алгоритмы Netflix очень сильно хвалили, что вот он рекомендует, так рекомендует, там все ровно 100%, что там вроде бы даже было какое-то уголовное дело, что кто-то слил вот эти алгоритмы конкурентам. Ну что, или просто какая-то утечка была. Вот именно связанная с алгоритмами. Вот это, кстати, тоже очень такой интересный факт. Spotify же недавно запустился в России. И тоже очень много людей сразу же все туда побежали, сказали, что у Spotify алгоритмы-то ого-го. Ну и мне вот Александр Горбунов недавно показывал, что вот действительно вот Spotify понимает, что такое, допустим, панк-рок, а ты пытаешься в Apple Music, это же самое. Apple Music вообще не шарит. Да, вот это слушай все остальные. Да, вот, да. А вот это сейчас популярно, вот это Apple Music. Да. А вот это уже называется управление. То есть, опять-таки, теория заговора, да, но
об этом говорят, об этом уже громко говорят, то, что и про Facebook, и про Instagram, и про TikTok, то, что они действительно могут управлять мнением, мнением людей массово, то есть они могут рекомендовать тебе то, что они захотят, там, рекомендовать тебе там какие-то, ну, аккаунты, там, истории, там, рекламу, то, что именно они хотят тебе это предложить. Ну, реклама, это понятно, то, что мы видим, да, но именно такие, более, которые действуют, именно решают твое мнение, что ты хочешь выбрать, да, и в этом плане сейчас очень большая борьба идет на самом деле. Вот. Там, смотри, что я перебил, по-моему, даже читал исследование, Facebook открыто это писал, по-моему, Facebook был, они рекомендовали в ленты, ну, разделили людей специально, и кому-то рекомендовали там только положительные новости, а кому-то отрицательные. И тем самым у людей реально менялось настроение, и люди уходили в депрессию. Да. То есть, ну, они управляют прям людьми на таком уровне. Ну, это же тем более очевидно. То есть, если у тебя есть инструмент, который позволяет формировать контент непосредственный, который вот как иглой в мозг человеку загоняется. Вполне логично, что ты же можешь как-то его модифицировать и таким образом влиять на, и на поведение человека, на его реакции. Мы еще не берем в счет всяких там лидеров мнений, которые тоже аудитории свои всяко разно двигают. Поэтому социальные сети в этом плане такие. Надо там аккуратно. Черное зеркало. Да, черное зеркало. Нельзя туда сильно. Кстати, да, феномен черного зеркала, именно как шоу. Я, если честно, ну, как-то не очень зафанател, но тот факт, что люди начали, как, ну, на английском говорят, woke, все резко проснулись и такие, о, тут же везде заговор, тут везде крипто какая-то непонятная фигня. Как вы вообще относитесь вот ко всем этим теориям, к тому, что нас ждет технократический ад? Про черное зеркало? Про черное зеркало, то, что действительно многие их догадки по поводу будущего, да, они действительно начинают сбываться, и этим этот сериал и обратил на себя внимание, то, что, блин, реально, черт возьми, мир сошел с ума, короче, мы двигаемся в этом направлении конкретно уже, и, ну, там разобраны такие же философские аспекты, да, жизни, как... Вот эта вот вся эта IT-индустрия, да, как она меняет людей именно с психологической точки зрения, там, окружение, да, социум. Вот. И это так, очень такой острый сериал, на самом деле. Но мне понравился, лично мне. Оттуда такие идеи такие, там, вообще крутые, сумасшедшие, конечно. Ну, не, конечно, не хотелось бы, чтобы всякие такие чернушные мысли, которые там были, все исполнялись в нашем мире. Но я думаю, чернушные мысли уже исполняются, и еще будет похуже, чем в «Черном зеркале», блин. Хотелось бы, чтобы этого было поменьше, конечно. Кстати, такой скандальный немножко, подбросим факт. Сестры Вачовски, которые в прошлом, братья Вачовски, они же собрались снимать новую «Матрицу», и высказали такое мнение. Ну, кто бы удивлялся, что они говорят, что вообще-то изначально, ну, все герои, которые есть в «Матрице», они могут быть трансгендерами. Потому что это же логично, это же, по сути дела, виртуальная реальность, там есть аватары, и аватар может быть любого пола. Как вы к этому относитесь? К тому, что Нео может быть женщиной? Не хочу об этом думать. Ну, на самом деле, я вот... есть одна матрица, да? Жаль, они вторую, третью не сняли. На этом все. На самом деле, я согласен, но даже не с точки зрения каких-то вот политических дел, которые Вачовски начали продвигать. А вообще, в принципе, мне нравится первая матрица, а вторая, третья, ну, как бы для меня действительно гораздо слабее и гораздо менее... мощный эмоциональный эффект на меня произвела, наверное. Они там раскрывали больше мир и прочее, но это нужно было, чтобы сюжеты закрывать. Да, сеттинг раскрыт, конечно, лучше. А с точки зрения каких-то новых идей, открытий, вот этого вот вау. Ну. Да, и персонажи там, не сказать уже, что как-то ярче, чем те, которые в первой части есть. «Матрица» изначально была сильно вдохновлена аниме «Ghost in the Shell». Да, «Призрак в доспехах», по которому потом еще сериал вышел. Изначально это манга. И вот в «Ghost in the Shell», кстати, очень много раскрывается таких вот в сюжетных поворотов, где там роботизированы, киборгизированные тела, и разум-то можно загружать любой в это тело.
То есть, и, соответственно, может возникнуть какая-то путаница, то есть кого-то перепутали, кто-то не тот, кем кажется, потому что в теле киборга может любой призрак быть, да, любая душа, как бы любой человек. И мне было достаточно интересно, ну, именно как феномен, что изначально в «Матрице» эта идея не перешла. То есть, по сути дела, там люди, которые подключаются, они вот как подключились, они такими же и оказываются в мире «Матрицы». А теперь Вачовски внезапно почему-то, ну, не почему-то, понятно почему, вспомнили про это. И теперь у нас вот реально будет «Матрица», если будет, вот с персонажами, которые в реальном мире они одни, в мире «Матрицы» они другие, а какие они на самом деле, вообще не понять. Ну, в последнее время вообще тренд на такие темы, как бы. Ну, СЖВ, да, порабощают. Прям настолько уже далеко заходит, что... Ну, у нас просто такая традиционная реакция на это, раздражение, ненависть, что какого черта, что вы делаете, и мне тоже не нравится, да, в целом, что там существенные перегибы какие-то возникают, но именно как такая игра разума, вообще подумать над этой концепцией, это интересно. То есть есть же какая-то логика вот за этими размышлениями, за этими высказываниями, и ты пытаешься, ну, просто по этой логике продолжить мысль. И... А зачем тогда вообще пол, да, в «Матрице»? Да, в «Матрице», если, в принципе, если да. Так заговорить, да, зачем вообще? Угу. То есть «Матрица» сама по себе является эмуляцией, да, и там, в принципе, персонаж, что может подключиться к «Матрице», даже не обязательно человеком. Ну вот я про это и говорю, да. Главный герой Киану Ривз – собака, например. При этом смешная. Вельш, корги, пемброк какой-нибудь. Обсуждали это с «Черное зеркало» и «Технократию». Мне в этом плане больше, ну, про будущее, просто это все больше нравится идея, которая была в «Идеократии». Потому что вот к этому перейдет. И вот это интереснее звучит, чем «Технократия», но оно пока звучит как суперфутуристично. А «Идеократия»... Ну, я смотрю вот вокруг. Ну, так люди просто начали залипать. И, ну, и их интеллектом, ну, типа, их мнением управляют просто несколько человек, условно. Да. Однозначно факт манипулирования присутствует, так как есть возможности, есть инструменты. Ну, мы же все понимаем, что если есть инструменты, всегда найдется какая-то сторона, которая ими воспользуется. И вот вопрос манипулирования мнением тоже интересен, потому что мы же очень часто считаем себя умнее, чем мы есть. Мы думаем, что, ну, вот ими всеми манипулируют, как толпой. Меня-то они не проведут на мякине. И тут в итоге выясняются очень такие классные штуки. Кстати, вот это, ну, это безотносительно «Идиократии». Вот был такой Петерим Сорокин, известный ученый, который изначально родился здесь, на территории, ну, по-моему, еще в Российской империи родился, но когда Советский Союз сформировался, он эмигрировал в Америку, и в Америке стал основоположником социологии, по-моему, именно американской школы социологии. И вот у него были разные классные эксперименты именно с человеческим восприятием. На Уолл-стрит, когда была фондовая биржа, люди начали жаловаться, что уже настолько быстро происходят операции, что лифты слишком медленно ходят. То есть, ну, типа, нам надо работать, а лифты же очень медленные, давайте что-то делать. Это было, ну, середина 20 века где-то. И там были предложены разные решения, допустим, установить какие-то сверхскоростные внешние лифты. Какая-то японская компания предложила здание распилить и сделать два здания. То есть, и технически это уже тогда было возможно. Ну, а Петерим, ну, это такая, это наполовину легенда, конечно, то есть, что Петерим Сорокин предложил, сказал, я за пачку жвачки и за $100 вам все сделаю. И когда решили выслушать его идею, он просто поменял таблички на лифтах, что это новые лифты, и повесил там зеркала. И всем работникам сказали, что это вот новые лифты, за много тысяч долларов их поменяли, вот они прям скоростные, ходят в 5 раз быстрее предыдущих. Лифты те же самые. Но там повесили зеркала, а человек, когда заходит в лифт и видит зеркало, он, естественно, начинает обращать на себя внимание, что-то там прихорашиваться и так далее. Ну, то есть, ну, обезьяний эффект абсолютно. И уже там через неделю начали приходить жалобы, что вот новые лифты, они слишком быстрые, меня укачивает, что я теперь там, не знаю, я теперь боюсь, там, у меня морская болезнь и так далее.
Вот это яркий пример того, как мы абсолютно можем не заметить того, как нами манипулируют. Или, вот по поводу лидеров общественных мнений, есть такой известный социальный эксперимент, когда собирают большую толпу людей, не говорят, что это эксперимент, но говорят, вот вам сейчас покажут линии в разных плоскостях, но нужно сказать, какой, ну, вот, какой отрезок по длине соответствует вот этому. И есть какой-то человек, которого уважают вот в этом коллективе, и он говорит, а, я знаю, что это все вот уловка, что на самом деле линия вот эта, которая очевидно длиннее, допустим, или короче, то есть она не подходит, но он говорит, я знаю, это вот она. Людей собирают, и они говорят, да, это вот эта вот линия, она вот соответствует этой. И тут этот человек говорит, а, нет, я протупил, нет, конечно же, вот это, конечно. И вот, и смотрит еще, как люди пытаются выкрутиться именно из-за того, они не признают того, что им просто сказали, вот типа вот человек, я его там уважаю, и поэтому я сказал так же, как он сказал. Они пытаются как-то выкрутиться, что, ну нет, если вот с этой стороны посмотреть, то есть мало того, что мы часто падки на манипулирование какое-то, мы еще и не готовы признать тот факт, что нами манипулировали. Даже если мы... Это обидно. Да, посреди пути мы поняли, что нас провели, никто из нас не признается в этом, никто не признает, что... Это психология, да. Ну вот, есть же сейчас всякие разные виды хакерских атак, да, которые сейчас называют всякий когнитивный хакинг, так называемый, там, социальная инженерия, всякие такие вещи. Они построены на этом, там, отвлечь внимание. Даже вот всякие смс-ки приходят, там, у вас там списалось со счета столько-то, столько-то, там, пройдите по ссылке, там, ну, там одна буква там заменена, а человек отвлекает, он не видит то, что там в ссылке буква там поменена, там, и на L там или еще что-то заходит, и там фишинговая страница там вводит данные какие-то, и все, у него бабки со счета улетели, да, ну, грубо говоря, там, может, также ну, с почтой то же самое проводит, ну, там, сейчас же много разных таких в последнее время новостей было, как с помощью таких вот когнитивного хакинга, да, большие там чуть ли корпорации там взламывали там и инфо туда вытаскивали. Ну да, и пранкеры, кстати, которые звонят президентам, главам государств. Да, да. И люди просто попадают вот в какой-то гипноз ситуации, они не представляют, что это просто какие-то хулиганы звонят, откуда-то достали номер и звонят, и представляются какими-то совершенно дикими именами. Обычно это кто-то вышестоящий или еще кто-то там звонит, начинает тебе говорить прямо сейчас, там что-то сделает и так далее. Человек манипуляции просто поддается. Там главное отвлечь внимание. Человек отвлекает немного и все. В принципе, именно сейчас вот такой хакинг очень популярный. И ну вот именно вот 19-20 год прям популярность очень большая стала. Ну это вот как раз-таки, если говорить о алгоритмическом мышлении, у нас есть, грубо говоря, ну, какая-то техническая система безопасности, мы понимаем, что она очень совершенная, она очень сложная, да, и хакать задолго. Да, то есть задолго, технически это, типа, такой хакинг ты не распознаешь, вот именно вот такой психологически-когнитивный, да. И есть человеческая, вот, личная система безопасности. Ты понимаешь, что человек слабее из этих двух систем. Да, да. Кого лучше атаковать? Лучше атаковать человека. Да, да. И независимо, какая там техническая у него защита была, да, он сам просто человек. Да, он сам просто человек. Человеческий фактор, он всегда остается. И, кстати, вот у комикса XKCD был очень классный стрип на эту тему. Значит, как хакинг выглядит с точки зрения фаната криптологии. И там, значит, бандиты связали чувака, и один говорит, его ноутбук зашифрован 256-битным кодом с какой-то плавающей там, переменной. У нас уйдут годы и тысячи долларов, чтобы его взломать, лучше его отпустить. И второе окошко, как это происходит на самом деле? Возьми этот разводной ключ за $5 и бей его по голове до тех пор, пока он не признается. Ну что ж, дорогие друзья, наша передача подходит к концу. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Спасибо, что смотрели. Всем пока. Всем пока. Аньон. Аньон.
Поступай в Якутский колледж инновационных технологий и осваивай востребованные специальности. IT, экономика, правоохранительная деятельность, логистика, диплом государственного образца. Есть бюджетные места. Звони 36 91 91. Восточно-Сибирский лицей объявляет набор на новый учебный год. Учебный план соответствует федеральным образовательным стандартам. Восточно-Сибирский лицей расположен в 203-м микрорайоне в новом учебном корпусе. Телефоны 36 91 91 26 26 65. Восточно-Сибирский институт экономики и менеджмента предлагает учебные программы высшего профессионального образования. Направление: юриспруденция, экономика, менеджмент. Прием заявлений онлайн на сайте www.vcm.ru. Телефон 36 91 91.